С вами Саков Роман, компания Admirals, и рад приветствовать вас на нашем новом видео, которое мы записываем каждый понедельник, где разбираем ключевые события на рынке, что нам стоит ожидать на этой неделе, ну и также смотрим ключевые инструменты. Сегодня мы обсудим новость последних дней: это покупка компании Zoom облачного сервиса 5.9. И, конечно, поговорим о том падении, которое мы видели на прошлой неделе на фондовом рынке, чего боятся инвесторы, ну и, собственно, что ожидать дальше. Но прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк этому видео, если вам нравится. Вопросы, которые у вас появляются, оставляйте в комментариях. Итак, сначала мы поговорим о компании Zoom и о той сделке, которая планируется. Соответственно, об этом стало известно в воскресенье. Компания Zoom приобретает облачный сервис 59 за 14,7 миллиарда долларов. Эта сделка может быть одной из крупнейших уже за этот год. Довольно-таки существенная покупка для компании при капитализации Zoom примерно в 100 миллиардов. Компания планирует выплатить эти деньги, соответственно, акциями своей компании, ну и дальше уже расширять свою линейку продуктов на использование новых как раз технологий, которые предоставляет компания Five Nine. Если поговорить по текущей ситуации, по самой компании Zoom, да, мы, конечно, понимаем, что 2020 год был довольно-таки значим для компании Zoom, потому что все переходили на сервисы этой компании, всеми пользовались, был огромный приток клиентов, и компания уже Um... делая свой отчет о доходах, который состоялся 1 июня. Ну и, собственно, на текущий момент мы видим, что компания Zoom, да, продажи растут колоссально. Если с 2017 года мы видели каждый год фактически удвоение, то в 2021 году они выросли практически в 5 раз. Поэтому здесь у компании, в принципе, все хорошо. Они продолжают развиваться, продолжают наращивать свою клиентскую базу. Конечно, сейчас ключевой момент в том, чтобы удержать тех пользователей, кто к ним пришел. Но за счет новых сервисов, за счет новых продуктов они вполне могут это сделать, потому что активная база у них довольно-таки огромная. Соответственно, если брать по классическим мультипликаторам, конечно, мы видим, что компания перекуплена. При капитализации в 100 миллиардов у них продажи на 3,2 миллиарда. Пока прибыли у компании нет. Да, компания все еще убыточна, но тем не менее они, у них есть куда развиваться за счет, опять же, новых технологий, новых сервисов, продавая уже существующим клиентам более расширенные подписки. То есть, собственно, у них такой план. Пока с точки зрения долгосрочных идей, то есть мы видим, да, что компания от уровня практически 600 долларов за акцию скорректировалась а, практически до 266, мы видели это пару месяцев назад, и в принципе были неплохие уровни для того, чтобы подобрать как раз эту компанию, а если будет еще одно движение в эту же область, там на 300, 250, а то и 200, то я для себя тоже рассмотрю добавление акции компании Zoom в свой долгосрочный портфель, конечно, по тем ценам, которые были а, там в прошлом году, ее добавлять было не совсем разумно, и мы понимали, что это хайп который на рынке происходил, он может сойти на нет. но тем не менее у компании довольно таки неплохие перспективы для того чтобы закрепиться на рынке и еще себя показать. также на прошлой неделе одним из ключевых событий было это падение вновь фондовых рынков. И, собственно, на текущий момент все еще продолжается коррекция. Да, опять ее откупают довольно-таки быстро, что, собственно, мы сейчас видим на рынке. И здесь один из ключевых факторов, которые на текущий момент остаются во внимании – это как раз опасения с точки зрения инфляции да, на текущий момент, который на рынке происходит. Поэтому здесь, на этот момент, да, на этот фактор тоже важно обратить внимание, что, собственно, сейчас мы и сделаем. Собственно, по ожиданиям, по ожиданиям инфляция может дорасти до 5-4%, что, собственно, может быть довольно-таки негативным значением. То есть, ну, во-первых, 4,8% инфляция ожидается да, на ближайший год, что является не самым ну, плохим показателем, фактически, ну, условно назовем его плохим, с августа 2008 года. И пока здесь также является основным моментом то, как будет действовать ФРС, да, это именно сворачивание тех выкупов, тех вливание денег, да, которое не происходит, но пока ФРС об этом не объявила, но тем не менее этот риск он постепенно нарастает. Мы уже говорили с вами ранее, что пока ставки в этом году повышать не будут, но тем не менее этот риск он остается и ситуации, на которых мы видим активный рост, да, видим перехай индексов, затем мы видим фиксации, рынок корректируется, затем происходит перезаход опять в новую позицию. То есть пока эта тенденция она продолжается, пока мы увидим это и собственно дальше. Собственно также важно Сказать, что у нас сезон отчетов продолжается, и пока по ожиданиям... Практически 65% компаний отчитаются позитивно, да, то есть это опять же будет хороший квартал, да, ожидается, что он будет хорошим по сравнению опять же с кварталом, со вторым кварталом прошлого года. И сейчас уже отчитались банковский сектор и на этой неделе также отчитается ряд компаний, из которые входят в индекс Dow Jones, также в индекс S&P 500. Порядка 60 или 70 компаний отчитаются на этой неделе. Поэтому за сезоном отчетов мы также будем следить. Ключевые компании, да, которые будут отчитываться, это American Airlines, United Airlines, также Twitter, Johnson Johnson, Coca-Cola, Honeywell, IBM, Intel, Netflix. Все эти компании будут отчитываться на этой неделе, поэтому за ними также активно следим и уже ориентируемся по тому, как компания себя чувствует. А если говорить на текущий момент по текущей ситуации, мы посмотрим, как всегда, календарь неделя довольно-таки спокойная. Понедельник, в принципе, пройдет у нас спокойно на этой неделе. Во вторник тоже, да, то есть решение на строительство будет по США. Ожидается рост по данному показателю. В среду, как всегда, выйдут изменения по запасам нефти. Кстати, прошел ОПЕК, также на минувших выходных, но пока мы видим коррекцию по нефти с технической картины. Мы уже чуть дальше об этом тоже поговорим. В четверг будут данные из еврозоны. Это решение по процентным ставкам будут опубликованы а продажи на вторичном рынке в США также выйдут в среду здесь также ожидается прирост но мы видим что этот показатель пока растет пока ставки находятся на низком на, низком, на низких уровнях а, собственно покупки и продажи на вторичном рынке в США колоссальные. В пятницу будут опубликованы данные по Австралии, по Великобритании, прошу прощения, розничные продажи. Также по Австралии будут выступления Резервного банка Австралии и по Канаде также будут розничные продажи и базовый индекс розничных продаж месячные показатели выйдут в пятницу. То есть, в принципе, неделя довольно-таки спокойная, но сейчас опять же все следят за сезоном отчетов. А теперь давайте посмотрим, что у нас происходит по ключевым рынкам, по ключевым инструментам. Евро-доллар, евро доллар доллар продолжает свое движение в область 1.1680-1.17 это как раз область минимальной значения которую мы видели в марте 2021 года А пока вот это движение нисходящее но он фактически этот боковик у нас сохраняется а с точки зрения часового таймфрейма да, здесь были некоторые попытки начать как раз восстановительное коррекционное движение, но по всей видимости нужно будет переворачиваться а здесь у меня стоял отложенный ордер, я небольшим объемом совсем чуть-чуть здесь зашел как раз в пятницу, собственно сориентированный на то, что цена удержится выше тех Значений, которые были 13-14 июля. Сейчас, вот на момент записи данного видео, уже вплотную подходим к моему уровню стоп-лосс. Здесь или я закрою как раз после закрытия данной свечи, ну или буду дождаться самого стоп-лосса. То есть, тут, в принципе, вопрос, будет ли вот эта расторговка, будет ли еще один восходящий импульс, и я вошел по довольно-таки интересным ценам, но сориентирован на то, чтобы посмотреть, как ситуация будет двигаться дальше. А вообще, в целом, по евро-доллару, опять же, мы видим переход уже в фазу нисходящего движения, но продавать вблизи минимальных значений, которые были как раз в марте пока видится довольно-таки опасно, поэтому буду перезаходить в шорт а после коррекции, которая как раз может произойти а, там и сегодня, да, если мы не увидим пере, а, ну, обновление как раз тех минимумов, которые были. Но вполне вероятно, что а, в течение нескольких минут мы это обновление минимумов увидим и моя сделка здесь а, закроется. А по британской валюте точно так же мы продолжаем двигаться вниз, а, подходим к области поддержки, от которой как раз может произойти коррекция. Это область 1.3672. А, в целом а если вблизи этого уровня будет остановка, то как раз перезаход непосредственно в шорт после данной коррекции я тоже для себя здесь буду рассматривать. А Пара американский доллар, канадский доллар. Здесь также укрепление американского доллара продолжается. Вообще тренд уже сохраняется два месяца, американский доллар укрепляется. Поэтому здесь, опять же, по всей видимости, нужно переворачиваться уже непосредственно в покупке. А пробовал я здесь шортить, опять же, небольшим объемом. Вышел я чуть раньше, собственно, не дожидаясь срабатывания моего стоп-лосса, потому что у нас уже был перехай как раз тех уровней, которые были 13 июля, поэтому здесь сделку в небольшом плюсе я закрыл. Ну и как мы видим, дальше это движение ушло, собственно, не имело смысла ее держать дальше. Поэтому как среднесрочная, долгосрочная идея, я буду ждать здесь коррекцию и буду непосредственно перезаходить уже в, по данному активу, уже непосредственно на рост. А в целом, да, такие неплохие уровни были как раз в второй половине июня, в начале июля, но я думаю, что такие коррекции еще здесь могут случиться. А по паре американский доллар, японская иена, здесь пока все еще сохраняется тренд восходящий, да, один из, ну, собственно, ключевой тренд, он здесь удерживается пока на текущий момент, и тоже здесь я пробовал пока ставить, ну, открывал две позиции, заходил одной сделкой в пятницу, еще один отложенный ордер сработал у меня сегодня, сейчас мы тоже вот прям вплотную подходим к моему уровню, то есть идея была опять же в том, что если цена удержится, да, выше области поддержки, которые были четверг и пятницу, то эту сделку держать интересно. Если все-таки дойдем до а, уровня стоп-лосса, то, соответственно, продажи здесь, опять же, продолжится. И я буду искать для себя уже возможность перезайти непосредственно а, в шорт, да, вот по данному активу. По австралийцу, в целом мы ушли ниже области 75-75, это тот уровень поддержки, который удерживался не на протяжении нескольких месяцев, в принципе сейчас мы тоже видим продолжение тренда на укрепление американского доллара, поэтому здесь я буду для себя пробовать перезаходить как раз в шорт после тех коррекций, которые будут, конечно, не сейчас. И та же самая картина по новозеландцу, да, хотя новозеландец пока удерживается выше минимальных значений, которые были сформированы еще в марте, но торгуемся довольно-таки близко к нему, Соответственно, по часовому таймфрейму, опять же, пока здесь перер... начало как раз нисходящего движения пока еще не сформировано, вполне возможно, что оно может начаться в ближайшие дни. Поэтому здесь, опять же, как идея от данной средней линии, если будут как раз сформированы точки входа вблизи, этой... вблизи этого уровня да, или... или даже чуть выше, то в шорт здесь тоже было бы интересно перезайти. А золото. А золото, в свою очередь, продолжает пока восстановить восходящее движение, сначала, в принципе, этого месяца. И здесь пока ну, такой боковик, да, то есть, собственно, здесь равнозначно пока мы можем двигаться вверх, так и вниз, поэтому пока здесь сделок из того, что запланировано, если будет как раз в шорт то движение, которое я ставил еще на прошлой неделе, но если оно будет реализовано сегодня, то есть, если мы увидим сегодня скачок по золоту, то в шорт по золоту здесь я бы вошел. Если мы не увидим, то данный отложенный ордер я удалю. А, ну и по индексам, да, индексы продолжают корректироваться. Фактически сейчас DAX-30 торгуется на минимумах за последний месяц, да, на тех уровнях, которые мы были как раз в июле. А, вполне вероятно, что коррекция может быть еще более затяжной. В принципе, если посмотреть по текущим уровням, то от локальных максимумов DAX корректировался примерно на 3,5%. В принципе, неплохие уровень для того, чтобы перезайти потом в рост. Но нужно ждать, где эта коррекция становится. Потом план здесь остаются прежний жду завершения коррекции, только после этого буду в нее перезаходить. И то же самое по S&P. Вновь продолжается у нас нисходящее движение, то есть фактически прошлая неделя была полностью вся негативная, но вполне вероятно, что на позитивном сезоне отчетов как раз мы сможем еще один увидеть рост по индексу S&P 500 и также вполне возможно, что увидим перехай по данному инструменту. Нефть марки Brent продолжает корректироваться, локальный максимум был в районе 78, сейчас торгуемся по 71, в целом, пока а, динамика здесь... Э... Негативная да, в рамках текущего месяца область 70, вполне вероятно, что ближайшие пару дней здесь мы можем увидеть. Ну и также по ключевым индексам, индекс Dow Jones также продолжает корректироваться от локальных максимумов, которые мы, были, которые мы видели на прошлой неделе. Вполне вероятно, что область 3400, 3300 здесь может выступать как раз областью поддержки. Ну и по NASDAQ, да, по высокотехнологичному сектору, мы также видим здесь продолжение коррекционного движения, поэтому опять же, чем глубже мы уйдем, тем будет более интересным в этот индекс или акции технологичной компании перезайти. Поэтому ждем сезон отчетов и он как раз может дать определенный виток роста. Да? То есть если он будет таким же позитивным, как ожидалось, то собственно уже дальше продолжение роста мы сможем увидеть. Ну а на сегодня это все. С вами был Саков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Вопросы оставляйте в комментариях. Но мы с вами увидимся через неделю. Поговорим о ключевых событиях, да, разберем важный момент ну и я также расскажу о своих сделках, свои идеи которые я э, реализовывал. Всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, всем хорошего дня и до свидания.